Новый год – новые правила. С 1 января в законодательстве произошли изменения. Они касаются абсолютно всех. Первыми новшества ощутили автовладельцы и пенсионеры. Михаил Якимов расскажет о наиболее важных изменениях. Новосибирские автолюбители все еще активно обсуждают предновогодний рост стоимости бензина. Подорожание ощутили практически все. И теперь автовладельцы с тревогой ждут нового скачка цен. С 1 января акциз вырос почти на 11%. Конечно, бы хотелось, чтобы поменьше цены были на бензин, но не знаю. Будем надеяться на лучшее. На кошельке, конечно, сказывается неприятно. Поэтому, естественно, заметили. На этом фоне далеко не все заметили ужесточение некоторых штрафов. Например, за каждый окурок, выброшенный из окна автомобиля, придется выложить не меньше 2000 рублей. Я правила соблюдаю, меня это в принципе не касается. Я не курю, у меня тренировки нет, чем никак замечу. Я вообще не нарушаю, двигаюсь, как бы все по правилам. Отследить такие случаи сложно, но теперь по закону зафиксировать нарушение ПДД может любой с помощью телефона. Специальное приложение есть на портале госуслуги. Снятые с его помощью видеоматериалы теперь являются доказательством. Автоинспекторы проверят сообщение и примут решение о штрафных санкциях. Я думаю, что позитивно и для автохулиганов, возможно, это будет каким-то стопором. Может быть, это и хорошо, может быть, и плохо, но с моими принципами это вообще никак не вяжется. С 1 января по всей стране увеличен размер минимальной оплаты труда. В Новосибирской области для сотрудников бюджетных организаций он составляет 9 489 рублей. Для работников вне бюджетной сферы – 10 тысяч рублей. Выросли и пенсии. В этом году впервые индексацию сделали не 1 февраля, а 1 января. Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, это неотъемлемая часть, вот составляющая общий размер пенсии. Неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%. Это несколько выше прогнозного показателя инфляции. Средний размер выплат в Новосибирской области в этом году составит почти 13 700 рублей в месяц. По стране эта цифра выше на 400 рублей. Материнский капитал теперь тоже можно получать ежемесячно по 11 с половиной тысяч. С рождения ребенка до момента, когда ему исполнится 1,5 года. Для этого надо обратиться в пенсионный фонд и предоставить справку о доходах. Они должны быть меньше 1,5 прожиточных минимумов на одного члена семьи. Позаботились законодатели не только о семейном благополучии, но и о здоровье граждан. С этого года в России запретили продавать и производить алкогольные энергетики. Михаил Якимов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.